что-то мы немного начали сомневаться. Короче. Что-то началось! Ну ничего, прикольно зато! Ой-ой-ой-ой-ой! Это вы в редуктор болтов наложили, когда варили, или гаек, блин. Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня новый, очередной интереснейший эксперимент. А, вот этот автомобиль, он уже, вы знаете, он уже какая-то легенда, что ли, в нашем гараже. Но он никак не убивается. То есть, убиваю, делаем. Вот он живет, блин. Молодец. А, Жигули — это вообще вещь. В общем, что хочу сегодня сделать. А, вот этот ролик, который, как мы их там назвали, это колеса эксцентрики, этот шагающий, вот этот прыгающий автомобиль, да, было весело, было угарно. Но по ходу, пока снимали все это дело, пришла еще одна такая интересная мысль. То есть эксцентрика, мы колеса уже делали, да? Ездила она, конечно, очень потешно. И просто сидели, что-то балдели. А давай сделаем не эксцентриком, а сделаем на колесе реальную, ну как назвать, восьмерку. То есть сам центр мы теперь не будем смещать относительно оси, а сделаем вот такой наклон, чтобы, ну, машину болтало там влево-вправо очень сильно. Причем здесь будет это очень весело, потому что в любом случае, сами понимаете, да, если пойдет все хорошо в раскачку, как это все должно теоретически получится, снять, например, панару, да, если еще снять там аморты, но это будет очень весело. В общем, давайте сварим такие колеса и поржем. Погнали! It's taken a while to get this far. I'm caught in the way. It's taken a lot to get this close. We're one and the same. Chasing colors. А, ну вот, значит, заварили задний редуктор. Для чего? Для того, чтобы, смотрите, допустим, не знаю, там, как получается, максимально влево, там, либо максимально вправо, либо максимально вниз одно колесо поставить, и второе поставить, чтобы оно было ему параллельно, чтобы они вместе, то есть одинаково ходили, чтобы у нас был максимальный вот этот эффект раскачки, не так, что они там начали потом как попало крутиться, то есть сопротивляясь друг другу. А тут вместе они разболтают тачку. Я думаю, очень даже хорошо. Вот именно для этого редуктор и заварили нафиг. Поэтому все поставили на заднюю, все хорошо. В общем, поехали, испытаем эти колесики. Закрались какие-то сомнения, будет ли она, то есть прыгать влево-вправо. В любом случае, понимаете, что колесо же будет вращаться. Вверх-вниз-то по-любому колебания будут, а вот влево-вправо что-то мы немного начали сомневаться. Короче. Ну да. Хотя нет, что-то такое есть. Что-то какая-то болтанка все равно присутствует. Это очень хорошо. Значит, надо побыстрее ехать. Ну, сейчас мы все поймем. Ну все, можно ехать вперед. Ну вот он. Момент истины. Что же будет происходить? А похоже, ничего. На самом деле. Что такое? Что за непорядок-то? Ой, смотрится, конечно, это очень странно. Ну? Только что-то долбит, и все. Но маленько прыгает. Но это как совсем маленько. Поворачивай. Не хочет влево поворачивать вообще. Так. Ну. Ай,
ничего, вообще ничего не происходит. Давай-ка переобуем, пускай они лучше вот так стоят. Не вот так, а вот так. Тогда какое-то колесо будет ловить зацеп и по-любому будет швырять. Ну все, поставили колеса. Теперь, ну, типа никак не параллельно, а навстречу, получается, друг другу. Ну, не знаю, что у нас сейчас получится. Пока, если честно, непонятно. Вы что там в редуктор болтов наложили? Нормально, это не редуктор, это колеса останавливают. Колеса тормозят. Да ладно, она их провернет спокойно. Нет. Это вы в редуктор болтов наложили, когда варили, или гаек, блин. Знаешь. О, вот началось! Эффект не тот маленько получился! Ну ничего, прикольно зато. Ой-ой-ой-ой-ой. Опять из меня сейчас вылетит. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, тоска. Почему она запрыгала-то? Ё-моё, должна была заболтаться. Опа. Понятно. О, на маленькой скорости как разручился. Ой, замечательно. Ой. А, блин, чем-то ударилось. Нет, это, конечно, класс. Но смысл-то в чем? Нужна была вот такая болтанка, у нас получилось вверх-вниз. Но на этом мы не остановимся, потому что есть еще таких два колеса. Сейчас мы их поставим и наперед тоже. Что из этого получилось? Мне даже похоже рулится. Да, смотрите, как замечательно. Так, ну. Ага. Да, знаю. О, что это такое? О боже! Как руль-то держать, блин? Кошмар какой-то! Ай-яй-яй-яй-яй! Вот это у меня борьба с рулевым образом! Ой, что-то пошло! Ёлки-палки! Еще и газ заклинивает, классно! Ну ничего, справимся! Вот так, поворачивай!
задевает палкой, поддоном, не знаю, чем там, песок нагребает куда-то. О! Ну что там, парни? Что там происходит? Что-то отломилось, что ли, блин? Чего там? Чего отвалилось? Балка сломалась? Да, это не лонжерон, это просто переломилась балка пополам. Блин! Да плохо. Все, эксперимент закончен. Стопудово. А, ну, друзья, что получилось? Да, мы уже над ней издеваемся очень давно. А, в общем, не поверите, что сломалась, короче, балка пополам. Сами понимаете, мотор упал. Там, так, колеса рвердили, рычаги уехали куда-то. Ну, в общем, все хорошо, но сейчас аккуратненько, спокойненько. Подъехал, главное, так красиво, там лежит кирпичик, а на кирпичике лежит, короче, двигатель под доном. Все здорово, все замечательно. Ну что, ребят, могу вам сказать, а собрали мы тут, блин, целая делегация у нас была, такой совет автоэкспертов. Посмотрели, в общем, все вот на этот автомобиль, что с ним произошло, что произошло с балкой, с лонжеронами, с движком, короче, с рычагами. И пришли к выводу, что, ну, ремонтировать его все, уже смысла нету, здесь развалилось просто все, что могло развалиться. Поэтому, ребят, у меня на этом все. Так что смотрите нас, подписывайтесь, конечно, комментируйте, прилагайте, ставьте лайки. Мокнем, под дождем снимаем. Ну, а что поделаешь, осень. В общем, всем пока и хорошего вам настроения.